ребята, всем привет! Сегодня уже 31 декабря, а это значит, что сегодня вечером весь мир сядет за стол праздничный, потому что уже наступает Новый год. Поэтому я всем желаю огромного счастья, благополучия, чтобы все ваши невзгоды остались в этом году, а следующий год принес вам только хорошие дни и счастье. А мы с мамой поехали в Мезетли за подарками и за тортиком, потому что мы сегодня вечером идем в гости. Тут, конечно, не так празднуется Новый год, прям как у нас в Украине. У нас сегодня прекраснейшая погода, на удивление, потому как всю неделю прошлую шли дожди, но это еще не конец, потому как после Нового года тоже будут дожди. Приехали мы в Вайкики. Сейчас посмотрим. Ну да, сегодня плюс 14, посмотрим сейчас кое-какие подарочки. Иду. Людей, кстати, многовато. Да? Это он хочет. Под спортивный костюм, да. Чтобы сказать, что есть новогоднее настроение, нет, его нету. Нету новогоднего настроения, потому что на улице солнечная погода, нет снега, ничего. Хотя я знаю, что в Украине тоже нету снега, но не знаю. В Украине, мне кажется, все-таки как-то поатмосферней. Кофточку выбираем, Халилу под спортивный костюм. Ничего, симпатичный. А я так и думала, что incredible. Здесь... Мамочка, ты знаешь, как переводится incredible? Давай возьму, потом посмотрим. Хорошо. Купили мы уже подарочки, стоим в очереди на кассу. Кассы полные, потому как праздник. Большой, да, магазин Вайкики. Мужской отдел. Пошли мы в женский отдел Вайкики, а в мужском намного больше выбора, чем в женском. Не выбора, а просто на вещи. А, вот такой вязаный свитерок симпатичный. Цвет такой, мята прикольный. Цвет прикольный, а сам да, свитер... Да, а смотри, оно прям... А, что? Подожди, это... Это как... Оно прям вылезло? Да? Не, оно вылезло. А, нет, нет. В общем-то, людей много на кассе. Праздник. Все шопятся с праздником. Потому что цены поднялись, эти часы. А потому что праздники? Не, просто подняли. Здесь нет такого праздника. Mm. Наоборот, на праздники опускаются цены. Ну, видишь. Вот раньше был он такой дешевый. Я знаю. Самый дешевый был магазин вообще. А сейчас... Пойдем мимо. Смотрите, какая посуда красивая. Это Пьер Карде. Все Пьер Карде. Бренда. Mm. А вон трава. Угу. А вот эти вот чемоданчики, это кто готовится аж замуж, ну, да. То семья собирает приданное в этих угу. чемоданах. Анне гуя так чек гузе. Идем дальше. А вот это все перка. Капец. Смотрите, какая красота. Наборы на кухне. Какая красота. 269. Супер. Боже, какая красота. Сервизы. Ну, вот, смотри, какие сервизы кофейные. Вообще. Смотрите, какая красота. Супер. Ванный а вот набор. Это ванную мыльница для щеточек зубных, для пасты. А вот это что большое? Для, ну как, для мусора. Ух ты. Угу. Супер, для мыла, ван. Туда. Не сильно видно. Смотрите, знаете, какая ванна. Красота. Посмотрите на эти наборы. Шикардосные. Так что здесь можно очень красиво обставить дом, квартиру. Супер, не полотенце. Дешево, не дешево, конечно, дорого. Но в Украине это будет 100 раз дороже. Смотри, я уверена. Это коврики, да, тоже для ванны. Ну, да. Шикарные. Смотри. Супер. Вот тут одеяло, постельное белье, покрывало,
Все, пледы разные, пледы. Смотри, все в ручной работе. А вот. Покрывал. Супер, смотри, какая красота. Класс. А вот пледик. Как 289 лир. Смотрите, какая спальня. Вообще. Супер. Не быстро снимай. Так, все, и он эти тумбы с лампами. Да ты что? А вот покрывало. Шикарное качество. Супер. Вот такое кружево. Вот оно такое вот. Красота. А вот, смотри. Розовое. Вообще. Такое же, только розовое. Где цена, не знаешь, в таком чемоданчике. Не знаю, цена нет. У нас Пледы. Такой красоты нету, мне кажется. А есть. Возят же со Стамбула. Так цена ж какая. Ну, у вас же там в 5 раз дороже. Уже цены по закупке, а у нас 100% накрутка. Такие пледы. Вау. Так что, ребята, вот такая вот красота. Вот так пледы вот можно хорошо. Дом красиво обставить. А мебель какая здесь-то вообще? Пришли мы в Migros, покупаем продукты. Людей куча, полно людей. Все готовятся к празднику. Все украшено. Суматоха. Так, мы ищем. Мамочка, что мы ищем? Тортик мы ищем. Наверное, не знаю, не помню. А вот для деток одежда. Это не Вайкики? А, это Чико? Нет. Горуш Бэйби. Вот такая вот прелесть для деток ваших. 26 лир кофточка. Дальше он пойдет, он еще помнит. А вот какая прелесть пушистенькая. Для мальчика. Мама, смотри, какая прелесть. Я хочу себе такой костюмчик. Да, для маленьких. Для смотри, он костюмы какие для мальчиков. С бабочкой, с галстуками. Супер. Вот. Красота. Купили мы торт, скупились уже, приехали на наш райончик, кофе пьем, будем чай пить. Вот, купили тортик, покупочки.